Привет, друзья, это канал Music Market, меня зовут Иван Захаренко. Сегодня мы решили сделать обзор крутой гитары от не менее крутого австралийского бренда Maiten. Эта компания на слуху как у любителей, так и профессионалов, не случайно, ведь эти гитары славятся своим качеством, своим звучанием, и, что самое главное, эти гитары выбирают самые именитые музыканты, среди них Томми Эммануэль, который уже более 50 лет радует нас своим творчеством. Давайте сегодня разберемся, в чем же секрет гитар Maiten. Итак, в руках у меня одна из базовых моделей, гитара Maiten S70 из линейки SRS. Верхняя дека сделана из массива отборной ситхинской ели класса А, обечайка и нижняя дека сделана из тасманской акации. Это сочетание материалов делает звучание инструмента максимально насыщенным и сбалансированным, но в то же время отлично читаемым. Кстати, все гитары Maiten, вне зависимости от серии, изготавливаются из цельной древесины. Гриф гитары выполнен из отборного квинслендского клёна с накладкой из эбони. Ширина грифа у верхнего порожка составляет 44,1 мм. При этом он имеет достаточно удобный профиль как для исполнения сложных аккордов со сложными аппликатурами, так и для скоростных пассажей. Теперь давайте пройдемся по внешнему виду инструмента. Выполнен он в форме дредноут, имеет матовую отделку и защитную окантовку на стыках верхней и нижней дек с обечайкой. Порожки гитары выполнены из натуральной кости, что обеспечивает более мощный резонанс и безупречную интонацию по всему грифу. За строй гитары, естественно, отвечают высококачественные колки Grover Rotomatic, которые отлично сочетаются с хромированными пуговицами для крепления ремня. Ну и завершает внешний вид фирменное лого на перья грифа от компании Maiten. В комплекте с Maiten S70 идет фирменный жесткий кейс, а дополнительным бонусом являются установленные струны от компании Elixir. Калибр 12.53 с защитным покрытием и обмоткой из фосфорной бронзы. Друзья, настало время послушать, как же звучит Maiten S70. Давайте слушать. Thank you.
Друзья, ну что сказать, гитара Мейтон, конечно же, это безусловно мечта любого гитариста, как профессионального, так и любителя. Мне этот дредноут вполне себе импонирует, почему так предвзято говорю, мне довелось поиграть на гитаре модели Томми Эммануэля EBG808, она такая чуть-чуть поменьше, она мне показалась чуть более удобной в плане прижатия и ощущения грифа. Тем не менее, дредноут, он, конечно, более мощный, и действительно перкуссия на нем звучит намного интереснее. Поэтому, друзья, если вам доведется как минимум подержать, а если стать владельцем этой гитары, то я буду очень рад за вас. Сам когда-нибудь хочу стать эндорсером Мейтон. Друзья, спасибо вам большое за просмотр. Оставайтесь на канале Music Market. Подписывайтесь, если еще не сделали этого. Увидимся с вами уже в новых видео. Меня зовут Иван Захаренко. Играйте на хороших гитарах. Всем хорошего дня. Пока!